Голова болит, в компьютер меньше играй. Просто! И при этом самое эпичное то, что когда вы работаете, мама не заходит в комнату. А вот когда вы играете в игру, она заходит. И что ты потом скажешь? И нечего сказать! Ну то есть реально по факту, ты на 5 минут зашел в игру, мама в этот момент зашла, и после этого голова болит из-за игры, меньше играй. И напоследок самое эпичное. Вот вспомните, родители сидят, работают, что-то там ищут в интернете, неважно. И вдруг зависает компьютер, потому что он слабый. Да что они говорят нам? Завис компьютер! Это все ты своими игрушками поломал! Я не могу сдерживать свой смех, потому что, ну, типа, у меня такое было. Я не знаю, как у вас. Я надеюсь, вам понравился такой формат, поэтому пишите комментарии, ставьте лайки и до следующего выпуска. Что? В следующем выпуске будет: тебе компьютер для учебы купили, а не для игр. Тёма, может, ты всё-таки меня отпустишь? Я не хочу, чтобы ты ходила в клубы. Это опасно. Тем более, если к тебе начнут приставать. И не хочу этого, потому что я забочусь о тебе. Тёма, я хочу пойти тусить с подружками. Нет, ты никуда не пойдешь. Меня они вообще бесят. А меня ты бесишь. Ты бесишь. Встань и играй. Что? Ну почему я? Именно? Не беспокойся, этот человек не стоит твоих слез. Я не позволю тебя никому обижать. И ты всегда сможешь на меня положиться. Ты особенная. До сих пор подарки на Новый год не купил. Друзья не хотят со мной видеться. А шеф закидал работы. Ну все будет хорошо, ничего страшного. Правда? Да. Дорогая, выйдешь за меня? Да! Выходи за меня. Семки будешь? Ты идиот. Ну что, вкусный? Идиот. Еще поспим полчасика. У меня йога. Тогда принеси мне завтрак в постель. Вау, сколько тут косметики! Где? И мне не забудь. Ради тебя все что угодно. Перекусить все равно всегда успею. Как произвести хорошее первое впечатление на человека? Сейчас я расскажу вам пару секретиков. Будь галантен. Но не увлекайся. Будь уверен в себе и ничего не стесняйся. I'm sexy. Я просто хотел ей показать свой вайн. Как это произошло? Будь хорошим парнем, помогай людям. Я вколол тебе яд гавайской кобры. Тебе необходимо противоядие. Я тебе его дам, потому что я хороший парень. Всегда носи с собой жесткий диск, чтобы показывать себя с лучших сторон. Это я в Перу, а это брейкдансом занимаюсь. Ого. Я бы показал бы, но не буду, ноги переломаю здесь все. Это рутуэль. Какой прекрасный день. Неужели я выспался? Мне приснилось, как я бегу по пляжу, и я счастлив. Нужно еще поспать. Еще несколько минут. Что произошло? Я был менее уставшим до этого. Такую девушку он точно клюнет. Сегодня я надену трусы. На всякий случай. Чё ты прихорашиваешься? Забей. Блин, это первая ночь, когда мы не вместе. Я подожду, пока выйдет луна, чтобы смотреть на нее, ведь она ее тоже будет видеть. Наконец-то я могу прибухнуть винишкой и посмотреть свой любимый сериал «Одна». Ну все, клади трубку, дорогая. Нет, ты первый взялся. Нет, ты. Ну мы же с тобой 5 часов говорим, я хочу спать. Да мы можем еще 3 часа поговорить. Давай. Милый, как я выгляжу?
Ты выглядишь великолепно. Я влюблен в тебя. Ну чё, как, нормально? Да, да, отлично выглядишь, классно, мне очень нравится, вообще потрясающе. Да, мне тоже пофиг. Тёмочка, я принесла тебе чай, чтобы ты грел горлышко и выздоровел поскорее. Спасибо. Слышь, я тебе мороженое принесла. Так у меня ж горло болит. Какая жалость, сожру два. Блин, Тём, тебе совсем плохо, давай вызову скорую. Нет, не надо, хорошо. Вызови мне скорую, у меня температура 40 градусов. О, прям как у меня! Дорогая, сделаешь мне чай? Да, конечно. А тебе какой? Маш, сделаешь мне чай? Дорогой, сделай себе зал. Вот чашка, вот чайник. Enjoy. Я тебе принесла плед, чтобы ты пропотел и побыстрее выздоровел. Спасибо. Слышь, а тебе не дохера два одеяла, блин? Дебил, сука, мне вообще тоже холодно. Нашелся бы. Дебилы, как ты себя чувствуешь? Все хорошо уже. Я сейчас тогда куплю лекарства и приеду к тебе скоро. Там, здорово, ты что там как-то? Да, все намного лучше. Слушай, короче, я сейчас еду с подружками в ресторан бухать. Кинь мне денег на карту, пожалуйста. Дорогая, я принес тебе подарок. Спасибо большое. Дорогая, я принес тебе счет за ЖКХ. Сука. Артем Александрович, и я не беременна. Холодный кубик, да. Дорогой, я беременна. То есть теперь я буду видеть тещу чаще? Класс. Иди сюда. Ох, как же сильно я по ней скучал. Господи, как холодно зимой в шелковой пижамке. Ну, ничего, ему же нравится. Какая она у меня красивая. Рядом с ним я могу быть сама собой. А я уже 5 лет жирный. Я не понял, почему ты до сих пор не собрана? Ведь у нас через час самолет. Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Держатель для полотенец в туалет. Джингл бэлс, джингл бэлс. Да. Ты Алин. Дорогая, выйдешь за меня? Да! Выходи за меня. Семки будешь? Ты идиот. Ну что, вкусный? Идиот. Дорогая, давай я тебе помогу. Обожаю «Один дома». Будешь смотреть? Ага, только елку. Да наряжаю. Давай быстрее. Чё пропускать-то? Ты у меня самый крутой. Тёма, тебе не надоело так выглядеть? Майк сегодня. Ну и чё такого? Ничего. Вот теперь иди мойся. А ты не видела, где мой телефон? Вот, держи. Тём, помоги мне сделать валентинки. Ну, давай. Тём, можешь помочь мне сделать валентинки? Что насчет рыбалки? Что? Не, потом. На червя хочешь ловить? Давай на хлебушек. Да не, я свободен, ты чё? Систер, а ты не знаешь, что можно подарить своей девушке на 14 февраля? Подари ей свечку. А ей понравится. Чё подарить своей девушке? Не благодари. Ты меня парень пригласил на романтический ужин. Это будет лучший день всех влюблённых. Круто. Эй! Чё, давай хотя бы сегодня не ссориться. Я тебя люблю, братик. Я тебя тоже. Что ты делаешь? Подожди. Я все равно все упражнения не успею сделать. Ты все успеешь! Давай, я их задержу! Ты че? Теперь мы застряли во времени! Зато мы будем тренироваться вечно! Так, тренировки не сегодня. Хорошо, хоть перекусить всегда успею.